воистине в аду есть пропасть. И в каждой есть пропасти, то есть разные пропасти. Поистине в аду есть разные пропасти. И в каждой пропасти нечто вроде морского побережья. Там обитают насекомые и змеи с длинными шеей, как у верблюдов. То есть, представляете, как это выглядит. И также черные скорпионов размером, как мулы. И когда обитатели ада будут просить оберечь от наказания или облегчить им наказание, им будет сказано: отправляйтесь на то побережье. После этого те насекомые будут хватать их за губы, за бока, раздирать их столько времени, сколько пожелает Аллах. Затем они будут возвращены в прежнее состояние и устремляться к сильному свету, после чего на них будет наслана такая чесотка, что если кто-то из них станет чесать свою кожу, то будет делать это так, что обнажится его кость. Затем таким людям будет сказано: «О такой-то, тебе доставляет это мучение?» То есть вот эти твари их жрать будут. Потом, баракаллаху фикум, на нее чесотка пошлет. Потом эта чесотка будет чесать, что кости появятся. Тебе доставляет это мучение? Он ответит: да. Тогда им будет сказано: это тебе за то, что ты причинил вред верующим. Это тебе за то, что ты причинял вред верующим.